Здравствуйте. Вон мои олени меня ждут. Я еле иду. Ребята, животные — это очень большая ответственность, очень большой труд. Если не тянете, лучше не заводите. Я, конечно, их не хотела заводить. Сами завелись. Как тараканы. Ты чё хыркаешь? Ты ж вроде не привязана. Сейчас будем пробовать. Ну, не пробовать, а я это делаю каждый день. Без кирпича вот этого никак, потому что я не зайду. Так, подождите. Место! 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 Ну, бесполезно, да заходите все. Захожу я вот в такой одежде. Вот, гляньте, я им с утра поставила, не заходя. Тайна, подожди. Я здесь 2 дня назад убирала. Вот это все был мусор, сложен на вынос. Ой, это вас... А чего вы не едите ничего? Гляньте. Ничего не едят. Сейчас воды вам дам. Сухо. Подождите. Это капец. Куда? А ну иди сюда, Тайна! Тайна! Тайна, место! Тайна! Блять! Ну вот и все. Ну, сейчас Тайна пилюлей получит. За то, что она так сделала. Подожди. Сейчас получит. Первая получит Тайна. Первые старшие получают. Ну подожди, дай я тебе. Сюда иди, Зара. Зара. Сейчас я попробую ее одеть. Одеть на поводки — это тоже очень тяжелое дело, поэтому я сейчас выключусь. Сейчас. Подожди. Вернулась Аська. Практически сразу же, еще не успела даже это. Запутываются, не хотят на поводках. Ну, а что делать? Бегут по трассе, ездят больше грузы такие. Один за другим прям. Они летят. Тайна-то хоть чуть-чуть смотрит. Они летят, даже не рассматривают, куда. Держать их тоже не очень легко. Надо... С ними надо гулять вдвоем. Один человек тяжело. Ребята, такие запахи. Сейчас вот я хочу это. Зар, вот ты вообще запуталась конкретно. Вот пойдемте туда. Пошлите, я хочу показать, как цветет все. Идите сюда. Иди. Ага, запуталась, дурочка. Глупая. Все, распуталась. Теперь Аська. Неудобно. Не могу я. Тяжело вдвоем. Разбегаются. Вот видите, цветет слива. Алыча, наверное, такая она. Какая она, я уже не помню. Запах стоит. Тут, мне кажется, алыча, слива, она когда цветет, больше всего пахнет. Сейчас такие ароматы в палисадниках. Палисадниках. Вообще запутали меня, гляньте. Блин. Подождите, ну я дать я перешагну. А толку перешагивать, они все равно опять путаются. Очень красиво все цветет и пахнет. Везде нарциссы, везде это гиацинты. Вон у Танюшки тоже гиацинты цветут. Вот это 3 дерева.
я не могу. Три дерева черешни, красное, белое. Хозяева позволяют кушать всем, кто хочет. Короче, с этих трех деревьев питаются полгородка нашего. Все приходят. Она облепная. Ой, господи. Вон Танюшки щавельчик уже. Какой хороший. Гиацинт. Это Танина клумбочка. Хотите? Давайте сейчас сходим. Не, не пойдем. Я боюсь их туда переводить вообще. Чтобы они этого места и не знали. Запутались все. Так, вот это нормально? Вот это нормально? Такое. Все. Тайны вообще не видать. Тайна полностью сразу вылетает, как пуля. И бежит везде. Но она, скорее всего, вот там, у мамы во дворе. Она туда попрошайничать ходит. Там вообще она у всех попрошайничает. Но сейчас в первую очередь начинает с мамы. Там все соседи ее кормят. А, о, здрасте. Это ты уже к другим соседям сходи. Смотрите, они меня сейчас вообще уронят. Сейчас они меня уронят. Вот, видите, побежала на даче. Вот это сейчас вот эта ватага ломанула бы тоже. Все. Все, я сейчас упаду совсем. Девочки, вы тоже запутались. Ну, вот Линдочка, сама умница. А это зверек. Линда. Ой, Линда, говорю. Ася, господи, Линда живет прекрасно. Да блин, стойте! Смотрите, что вы творите, а? Нормально? Гляньте, ноги сейчас переломают себе, а? Дурные. Ой, господи, и себе, и мне переломают ноги. Пойдем, вставай, Зара. О, бежит обратно уже. Дело в том, что Тайна туда и обратно, а эти две дурочки в колодец падают. Я его закрыла, конечно, но я все равно боюсь. Ой, что мне сердечко. Аж неожиданно кольнуло. Вот здесь вот часов до 6 вечера дедушка курей пасет. Поэтому я стараюсь после 6 выходить. Ну, хотя они не трогают, но это... Ну, гоняют их. Дразнит их. Короче, невозможно. А, и сыт. Страшно? Я какая-то... Тайна, Тайна, ты что не видишь? Что происходит? Что это такое? А ну, перестань. Фу, фу. Тайна. Видите, Тайна, она взрослая собака. И она умная. А эти дурочки совсем. Ну, я вам, кстати, скажу, Тайну я не воспитывала там, не дрессировала специально. Все это как-то вот в ходе вот таких прогулок, место, сидеть. Фу, это как-то вот, я не знаю, не было такого, чтобы я там дрессировкой Тайниной занималась. Тайне уже, наверное, 12 лет. Ну да, 12. Вот она в 11-м... Блин. В 11-м году я ее взяла. Ей было 11 месяцев. Ой, господи. Я ее с питомника брала. Она... Да пошли! У нас питомник есть. А где он? Светлогорский, наверное, называется. Там я ее брала, мне ее продали. Ну, не брала, покупала. Мама уже все. Я не знаю, сколько времени смотрела. Все, мама уже закрылась. Пойдемте, олени. Хочется, чтобы это уже тепленько было. На Кубань с ними сходить. Только
Что ветрено, да, завтра будет закат холодный, хотел сказать. Закат красный. Ветрено должно быть. А если ветрено, значит на следующий день пойдет дождь, потому что поменяется ветер. Ну и нормально. Все цветет. О, пошла собаку дразнить. Чего пошла дразнить собаку? Все. Всех загнала. Сегодня Тайну. Тайна обычно мне дольше. Так мне их жалко вечно. Стоят, смотрят, как эти. Камера выключилась сама. Она чувствительна к... Я же резко рукой дернула. Все. И себя выгуляла, и их выгуляла. Это... Телефон, если падает, камера включается. Вот и все. Сейчас у нас жарко. Что-то я куртку теплую одела. Комары уже появились. Завтра будет опять. Опять тут будет совещание завтра. Потому что Танюшка меня встретила в магазине и сказала: что хочешь, делай. Я готовлю на завтра. Я говорю: господи, у меня завтра еще семинар. Ой. Там Сима может ваша сидеть. Помнишь ее? Конечно, ты че? Симочка! Это Маня сидит, а там еще Сима. Сима! 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 Конечно, жива, куда она денется? Ты чего? Сколько лет прошло? Симочка, Симаша! Не, день не спит. Конечно, живая. Симочка, Сима! Вообще она слышит. Если не спит где-нибудь в спальне. Сима, 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 Сима! Бежит, наверное, да? Маня, где Сима? Там она живая. Хочешь, покажу, сейчас поднимусь. Да. Сейчас. Не видел. Интересно, какая она большая. Нормально, обычно. Чего она большая, она сама по себе маленькая. Маня, где? Симочка! Сима! А вот она. О, вот она. Привет! Офигеть! Она ваша Сима, живая, здоровая. Я помню, я еще маленькая мать. Это просто приблудня. 3 года уже прошло, да? Да, ну, наверное, больше, может быть. Офигеть. Я уже не помню. Так же она вон живая, здоровая, королевна. Она тут главная. Мы забрали у них кошку вот эту. А они потом взяли ее сына. Видишь, у меня их 3. У меня тут все весело. То же самое, что и у вас, Сень. Абсолютно. Только у меня что у вас хоть в этом, в своем дворе, а у меня в квартире гады все. Так что все, живая, здоровая, она ничего себе не случится. Она здесь главная. Так что все, да, пока, Сень. Стирка полным ходом. Сеня еще маленький был, когда мы забрали Симу. Да, Сима? Все, домой зашла. Надо руки помыть. Яблочко нарезала. Руки надо помыть. Яйца отварила на завтра. Начиню яички. Ну все, вот мои девки. Куртка рабочая. Как рабочая. Ну, до хозяйства я в ней хожу. За дверь вешать. Вешаем. Все, там она висит. Кошки в шоке. Еще ошейники уже купила для девчат побольше, то они сейчас на маленьких.
Может, найдутся еще у них хозяева. Я все-таки не теряю надежду. Ну, куда же я с ними двоими чокнусь? Ладно, все, всем. Сколько уже? 7 часов вечера. Вот я с ними почти час гуляла. Хватит, достаточно, нормально. Им бы и полчаса хватило. Все, всем пока. До встречи, до завтра. Ну, или до послезавтра.